спустились с крыши, чтобы порадовать больных детей. 9 альпинистов в новогодних образах поздравили маленьких пациентов в одной из больниц в Николаеве. Эмоции детей видели корреспонденты UATV. В компании 8 сант одна Снегурочка. Мария Колесникова, тренер по альпинизму. Недавно одному из ее воспитанников поставили диагноз лейкоз. 15-летний Роман проведет Новый год в онкогематологическом отделении. Чтобы поддержать своего ученика, Мария решила сделать сюрприз и спуститься к нему с крыши больницы. Маша просила тебя поцеловать, но я сказала, я не могу. Хорошо. Вот, поэтому... Воздушный. А, вот, ты посмотри, какая молодец. Я тебе передаю большой привет. Мы все с тобой, Ром. И, в общем, желаю тебе скорейшего выздоровления. Мне тут Дед Мороз. Роман занимался альпинизмом 4 года. Тренировки прервал из-за лечения. Рассказывает с тренером, они очень дружны, поэтому сразу узнал в Снегурочке свою преподавательницу. Очень впечатлен, прям классно. Есть традиции на какие-то праздники. Мы всей командой собираемся у Марисаны дома и там пьем чай, то есть общаемся. Такие акции врачи только поддерживают. Приятные сюрпризы отвлекают детей от ежедневных изнурительных процедур. У них какие-то инъекции, постоянные капельницы. Это очень утомительно для ребенка. Положительные эмоции всегда способствуют и выздоровлению. Все дети ждали этого, надеялись и получили массу удовольствия. Профессиональных альпинистов для участия в акции искали в соцсетях. После спуска с крыши они идут в палаты поздравлять пациентов и вручать подарки, которые детям собирали всем городом. Мы записали видеообращение, где я обратилась к людям и предложила им поучаствовать вместе с нами, подготовить детям подарки, на что люди откликнулись. За 2 дня альпинисты Санты и Снегурочка посетили около 500 маленьких пациентов. В Николаеве такую акцию местные волонтеры организовывают 2-й год подряд. Эмма Нагорная, Артем Захаров, Николаев, UATV.